Парад на Красной площади. Такое площадь знала лишь однажды. Однажды только видела земля. Солдаты волокли знамена вражьи, чтоб бросить их к подножию Кремля. Они, свисая пыль, мели с брусчатки. А воины, сияние и погон, все били, били в черные складки над раненым кирзовым сапогом. Молчала площадь. Только барабаны гремели. И еще шаги, шаги. Вот что такое русские Иваны. Взгляните и запомните, враги. Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли. И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах. Да только зря, они не умирали. Лишь молний прибавлялось в их очах. Направо! И с размаху обрусчатку, и свастику, и хищного орла. Вот так России бросили перчатку. Россия эту перчатку подняла. И видели, кто был в тот день в столице. На площади она лицом строга, зажав венец и меч подняв в деснице, прошла по стягам, брошенным врага.